И всех снова приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм, и мы продолжаем играть охотника. Мне нужно изменить мою коллекцию. Значит, какие карты лишние? Значит, лепрогном. Но это неплохо, на самом-то деле. Вы кладете в руку случайную карту зверя. Это тоже круто. Взрывная ловушка. Вот это вот гиена-падальщица офигенная. Диномантия, ну не знаю насколько. Она нам помогла или не помогла. Короче, спорная карта. Да, вот змеиная ловушка круто. Вот это тоже, в принципе, хорошая, наверное, штука. Лук тоже хороший. Смоляной страж тоже, наверное, хороший. Спустить собак тоже, наверное, хороший. Ну, так себе. Вот это вот говно какое-то. Убираем. Что-то она не очень. Лерой Дженкинс. Сейчас как-то он уже не рулит, но он как бы все равно с рывком и с большим уроном. Вот лев это крутой. Героя Штормгарда тоже убираем. Так, кого мы можем взять? Звериный гнев. Может эту штуку взять? Нет, нам нужно что-то на урон. На прямой урон. Так, это ловушки вот эти вот долбаные. Нет, вот это вот перенаправление, это говно. Это говно. Значит, наносит 2 единицы. Вот эта вот штука. 5 единиц урона, это было бы неплохо. Ну, попробуем так. Кого-нибудь победить. Кто сказал, что охотникам легко играть? Я начинаю понимать охотника. Мне он начинает нравиться. Рексар и Рал. Долбаный шаман. За молот Рока. Да начнется охота. Так, ну меня все устраивает, как бы. Ну что? Два лепрогнома? Нехорошо! Что-то мне нехорошо! Все сделано!
Ну как тебе, парень? А где же? А, в момент гибели срабатывает, да? Интересно. Ну-ка, обними меня! Ну, убили про гномов, давай. Ты же хочешь этого. Во, охотник! Охотник, вперед! Лепрогномы! Охотник с лепрогномами. А зачем ты это сделал? Вот говнюк. Ненавижу тебя. Давайте льва возьмем на будущее, так сказать. Ну как тебе? Да, похоже, я все-таки смогу подняться куда-то с этой командой. Сам составил, сам составил. Немножко, конечно, редактирую. Это я и мистер Куса. Вот зараза. Интересно. Так, значит, змеиная ловушка. Короче, давайте вот так сделаем. Я охочусь в одиночку. Неплохо так получается. Все-таки с петухами мы можем сражаться.
Ну, шаман — это говно. Не играйте за шаманов. Он самый дерьмовый вообще-то. Лев. Смотрите, какой у меня лев. У меня есть лев. Лев. Какой красавец. Что-то там карты перебирает. Я не привыкла так рано вставать. Ой, блин, какое-то дерьмо он вызвал. Это отстойно. Так, значит... мы обгоняем потихонечку. Передай мне тангенциальный вращатель. Ты не пройдешь. Да ну. А мне и не нужно. У меня есть верный выстрел. Что за тотем? А они все, короче. Бамс. И все. Я злая курица. А что будет с узонным сундуке? Почему мне не показывают? Нужна третья победа. Да. Ну, знаете что, я не хочу больше играть. По крайней мере, в PvP. Надоело. Хочу, короче, приключения. Я хочу искать приключения на своих... Значит, какие приключения у нас здесь есть? Кобольды и катакомбы, это уже вроде бы, типа... Оно куплено, не куплено? Вроде нет, потому что типа оно дерьмовое. Кто посмеет прийти за сокровищами кобальдов? Мечемахатель? Огнепускатель? Рексар и Ракоша. То есть я могу спокойно сюда идти, да? Да начнется охота. О, пора кушать. Короче, мы просто уходим отсюда и идем в Наксрамос, да.
или нет? Или хз вообще? Сила твоя находить слабые монстры, прямо как ты слабый. Хотя нет, не будем отступать. Дело в том, что мы там можем получить какие-то ништяки отсюда. Хотя лучше, наверное, более современные какие-то вещи выполнять. Пытаться. Нельзя применить к этой цели. Да, конечно, дракончик говняный. Ну я могу и так убить его. В чем проблема? Преимущество охотника, как говорится. Теперь хватай клад. Классический приключатель. Охотник мне нравится. Я люблю, короче, съезжать в рожу. Большой блестяха. Твоя брать только одну. Твоя мудро выбирать. Да, мне нравится. Правда, это уже, по-моему, вышло в тираж, все эти дополнения. То есть это устаревшее дополнение. Можно только в вольном режиме у него играть. А в вольном режиме там не дают бустеров. То есть, понимаете, если бы дали в вольном режиме, там, где можно с любыми картами играть, то есть со всех дополнений, даже устаревших, если бы там давали типа бустеры, которые дают типа новые карты, то было бы прикольно. А так какой смысл в этом? То есть взяли в мусорку, скинули все старые карты. Вот это мне не нравится в Хардстоуне. Очень не нравится. Пассивный эффект. Ваше оружие стоит один. Ваша сила героя улучшена. И стоит один. Урон от заклинаний плюс 3. Но у меня как бы заклинаний мало. Вот кольцо Мариэль пустило. Карты, которые ты хватай, потом класть в колоду подземелий. Так, дополнительный эффект при разыгрывании карты из руки. Слушайте, а лесной волк это ж такие стандартные карты, зов лесов. Ну, неплохо, в принципе. Девять.
Вот это вот лучше всего, как по мне. Да. Там, по-моему, даже новые карты есть. За один заход в подземелье драться с 8 чудищ. Сколько пальцев, столько чудищ. Не, мне нравится, конечно, все это. Хотя это еще не ушедшее, я так понял. Давайте посмотрим, где тут у нас моя коллекция. Значит, моя коллекция. Какие дополнения ушли? Ледяной трон, Унгара, Кобольда и все остальное. То есть надо начинать с Унгара. Вот вольные наборы, это те, которые уже ушли. Те, которые не актуальны. И не играются. Где тут Унгара? Унгоро. А его нету? Серьезно? И купить не предлагают. Да не может быть. Странно. А где экспедиция Унгара? Ну давайте. О, тут даже что-то пройдено было. А тут все пройдено нафиг. Ну тогда действительно нужно сюда идти. А в Каражане все пройдено. За воина не пройдено, как вы видите. Ну потом будем с этим разбираться. Тут еще вот героический режим есть. Так что продолжаем кобольдовый катакомбал стричь. Или нет? Давайте, короче, начнем тогда наоборот с самого современного. С бумного дня. Интересует опыт с некрием. Мой отдел кадров ждет тебя. Добровольное согласие. Алира и Алар. Смерть, уничтожьте героя противника. Стань великим испытателем яда. Одна подпись готова. Мурлоки. Начнем с проб болевого порога. Попытайся вырубить его. Так реципиент это я? Стоп! Что у нас там в контракте? Ну блин, это что-то издевательство какое-то. Хорошо пошло. Это головоломка была? Или что? 2 из 9. Некоторые существа сразу готовы броситься в бой. Смертный бой. О, я... А я в этот раз это...
не могут атаковать, так он и так не может атаковать. Только если принимает не менее 10 доз. По крайней мере, укреплю иммунитет. А как мне сделать? Что мне сделать? У меня ж только 4 маны. Или мне нужно именно за один раунд сделать это все? Не сработало, но ты не сдавайся. Нужно ли нам его замораживать? Вопрос. Оно вообще что-то наносит урон какой-то? Не, одного урона не хватает. Хочешь начать сначала? У меня уже готов контракт. Где мне взять ману? Может, здесь где-то типа 3. О, надо было внимательнее читать контракт. Вот так вот. Если уже заморожен, то наносит 4 урона. Вот оно. Что? Надо почитать было карточки. Вот оно. Интересный, интересный головоломка такая. Она одновременно и обучает. Прикольно озвучено все. И вроде бы бесплатно, кстати, доступно. Так, задача — уничтожьте героя противника. Ну, в принципе, здесь, скорее всего, 5. Значит,
вот это вот использовать точно не надо. Иди сюда и сражайся, трус! Вот, 6,6-12. То есть, так как у него неистовство ветра. Раз и два. Но это я знаю. Прикольно. Очень мне нравится это обновление. Или я даже не знаю, что оно такое. Ученые должны быть готовы к жертвам. Так. Ну, в принципе, всех нам нужно вызвать. Понял. Чем сильнее будет смесь, тем больше нам заплатят, верно? Прикольно, тотем очень удобный, кстати. 5, 3. Действительно головоломка. Очень-очень мне нравится. Вот ПВЕ мне здесь нравится, да, головоломки офигенные. Надо было карандашом подписывать. Это кто такой вообще? Вот этот чувак что-то там... Это ученый эльф, что ли? Так, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Контракт может быть изменен в любое время, по любой... Вот тяна! Что значит натиск?
А, ясно. Я атакую! Ой. Щиплет, конечно, но мы можем сделать и посильнее. Атакую! Я не могу это сделать. Почему это ты не можешь это сделать? Тут где-то замазка лежала. И почему бешеного Воргина мы не можем разыграть? Я не могу это сделать. Почему? Я не могу это сделать. Что за глюк? Я атакую. Я не могу это сделать. Я не могу это сделать. Почему? Тут где-то замазка лежала. Геллерский дрифт! Я атакую! Геллерский дрифт! Я не могу это сделать. Я не могу это сделать. Сильнее будет смесь, тем больше нам заплатят, верно? Существ может атаковать.
Вот оно что. Гелмерский дрифт! Получай! Блин, то есть наша задача накачать побольше атаки. По крайней мере, укреплю иммунитет. Шесть, значит. Получай! Получай! 10, а нужно 11, то есть не получится. Не сработало, но ты не сдавайся. Или нет? Нельзя применить к этой цели. Получай! Десять. Хочешь начать сначала? У меня уже готов контракт. Разъяренный берсерк. Так. Я не могу это сделать. Зачем нам повышать броню героя? А-а-а.
То есть без брони оно не наносит вообще урона. То есть эта билка, она хоть и показывается, что она применяется, но она не наносила нам урона. Это интересно, это действительно головоломки. Лерой Дженкинс. Так, значит, наносит... Побочные эффекты. Боль в желудке, тошнота, выпадение волос. Как-то плохо. Я не понял. Окей, давайте сделаем это. Где взять еще одну единицу урона? Конечно, но мы можем сделать и посильнее. Пять, шесть, семь, восемь. Как бы сделать так? По крайней мере, укреплю иммунитет.
И теперь давайте попробуем вот так вот сделать. Хитрость. Ух, жжет. Причем в этот раз не точь в точь. То есть применить нужно было на себя. Кстати, интересная карта, я бы хотел себе такую. Мы здесь именно для этого. Хорошее дополнение, вот это вот бумстей или как-то там. Так, огненный шар. Отчёт 14. Посланник небес. Ваше следующее заклинание на этом ходу получает урон. Посланник небес. Это этот доктор Атом или как он там. Страница 36. Ни при каких обстоятельствах не допускается разглашение коммерческой тайны. Внезапно. О, монетка есть. Круто. Не, давайте заново. Тут где-то замазка лежала. Звездный свет переполняет наука. Так, 8,8. Ну блин, вот как этого чувака убрать? Атаковать провокатора. Два урона еще нужно. Ясно. Значит. Сиплет, конечно, но мы можем сделать и посильнее. Звездный свет. Не трогай свечу!
Так, 7-4. А это не работает, да? Как я тогда делал? Чем сильнее будет смесь, тем больше нам заплатят, верно? Конечно, верно. Звездный свет. Я не могу это сделать. Переполняет наука. Где бы взять больше маны, или я не знаю. Применить к этой цели. Опять то же самое. Опять 25. Хочешь начать сначала? У меня уже готов контракт. Как я тогда делал, блин? Вот что изменить, что изменить, блин? Но ты не сдавайся. Меня переполняет наука. Звездный свет.
Да, опять то же самое. Где бы взять еще маны? Ну вот опять. По крайней мере, укреплю иммунитет. Опять то же самое. Не сработало, но ты не сдавайся. Конечно, блин, не сдавайся. Меня переполняет злость. Традиционно. Я не знаю, как здесь проходить. Хоть иди, короче, это. Мне не хватает маны. Мне не хватает маны. Чем сильнее будет смесь, тем больше нам заплатят, верно? Ну, заклинание это больше некуда применять. Верно? Следующее заклинание, то есть не все заклинания, а только следующее.
Вот в чем секрет. Блин, что-то я опять плохо прочитал вот. Меня переполняет наука. Этого вполне себе хватает для этого. Отлично. Похоже, мы решили задачу. Эй! А чё не так-то? Щиплет, конечно, но мы можем сделать и посильнее. Переполняет наука. Ну, допустим, 10. Звездный свет. 10, вот, 10. 10! Написано 10 урона. В чем? Вот. А почему в прошлый раз 8 нанесло? Я не понимаю. Было ж точно так же. Короче, этот челлендж учит читать то, что написано на картах. О, охотник мой любимый. Блин, это нужно много. Боевой клич уничтожает выбранное существо. Предсмертный хрип призывает две его копии. Дух из черной дубравы? Что? При несчастном случае реципиент жертвует свои активы доктору Буму. Угу. Ложная смерть.
Отвечаю. Тут где-то замазка лежала. Не хватает маны. Да, только маны нам не хватает. Вот в чем проблема. Хочешь начать сначала? У меня уже готов контракт. А вот где мне ману взять? Нельзя применить к этой цели. О, нашел выход. Нужно было убить его. Отлично. Насколько же они увеличивают мощь? Да, очень интересно. О, последняя головка. Да. Очень интересные головоломки. И какой у меня здесь выбор? План Б. Уничтожать всех ваших существ. И в чем смысл? Это разве головоломка вообще?
Это прикол какой-то. Пожалуй, хватит. Пойду прилягу. Да, тебе пора. Оно по тебе видно, типа. Что я получил за это? Да. Ну, а где я тут что-то получу? Я тут экспериментирую с некрием. Присоединяйся. А где нам... Валира и Валар! Я сдаюсь. Я сдаюсь сразу. Короче, я не понимаю, а где карты? Иначе зачем мне проходить всю эту хрень? Ну ладно. Типа, чтоб было. Ладно, на этом, пожалуй, я с вами попрощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Итак, серия была очень длинная. Всем пока-пока.